прошел год, может быть, чуть-чуть больше, там, год и три месяца с того момента, как я купил вот эти поперечные от компании Lux. Вот, выглядит в целом нормально, нигде ничего не сломалось, не погнулось, замки все рабочие. Вот, сегодня вот решил разобрать, потому что переставлял автобокс. И вот, получается, внутри вот так вот выглядит. Это я вот год и три месяца не лазил внутрь. Вот, немножко видны этот, кажется, образование. Что-то непонятное, короче. Или, может, это грязь просто. Я думал, может быть, ржавчина. А может, и грязь. Но, похоже на, если честно, похоже на ржавчину немножко. Вот так буквально чуть-чуть. Это вот это, он скрывается вот под этой штучкой. Вот такой вот чехол. Короче, сверху одевается. И под ним он, получается, не знаю, находится... Защищен, не защищен, непонятно. Но в целом, как видите, вот это, видимо, ржавчина пошла немножко. А так в целом все отлично. С другие, вот я посмотрел, там примерно такое же состояние, буквально вот капелька ржавчины, вот так, и все, короче. Вот, резина нормально, жива еще. Вот, я думаю, может быть, отдубеет. А так все нормально, все резинки живы. Вот этот пластиковый или резиновый, не знаю, что это, в целом он тоже в нормальном состоянии. Вот, посмотрим, какой будет дальше полет.